делает плохой. То есть, наверное, всю работу, которую сделал, я могу показать и могу поговорить со специалистами, и пусть мне скажут, что я сделал плохо. То есть, собственно, то есть, очень тяжело было убеждать людей, носить 100 журналов, показывать им, как это надо, потом их воспитывать полгода, потом они говорили, вот, а хорошо, давай. То есть, и они должны были чувствовать, что их не обманули, взяв 100 долларов там на то время. Но, собственно, все штаны я поддерживал только на дизайне. Живопись была всегда чистая, не зависела, ну, как бы, ни от этого, ни от чего. Поэтому с дизайном, как только появился компьютер, вот, а я участник дизайна, когда были ножницы, фотобумага и фотонабор, и то есть этот уровень, как бы он, с одной стороны, исчез, просто девочка, ну, извините, что это тоже девушка, вот, она села за шоколадку, набрала, начальнику фирмы понравилось, ну, то есть это не дизайн. Ну, конечно. Все пушистое и красиво, оно, конечно, ну, Игорь Николаевич.